Приветствую вас. На самом деле, мне кажется, что для получения картины вашего состояния имеет смысл поговорить с вами более подробно, вот, потому что так это слишком поверхностно. Можно понять, что с вами происходит. Вот, но я могу сказать, значит, ну, с точки зрения психологии, я могу сказать вам несколько моментов, на которые я бы, вот, обратил, на которые я обратил бы ваше внимание. Первое, это проблемы с выражением эмоций. Первое. То есть, ну, есть какие-то сложности с, ну, с выражением эмоций у вас. Вот. И, соответственно, если нужно исследовать этот аспект, то есть нужно смотреть, насколько корректно вы выражаете свои чувства, насколько корректно вы выражаете свои эмоции, вот, выражаете ли вы вообще их. Вот. А если есть, ну, какие-то проблемы с этим, то эти проблемы нужно решать, но вот все очень похоже на то, что вы вовремя их не выражаете. То есть есть препятствия. Из-за подобного недоверия себе возникает сложность в адаптации и реагировании на какие-то вот конкретные ситуации. Еще появляется потребность контроля. Вот, и как следствие того, что значит, все контролировать невозможно. Вот, что, в общем, логично, что невозможно все контролировать. Появляется паника. Это естественно такая реакция на попытку контроля. На попытку контроля контролировать все. Ну, в частности, то, что контролировать, в общем-то, даже не надо. Не надо бы. Что касается навязчивых мыслей, то здесь агрессия частично связана, может быть, с тем, что ну, с тем, что вам хочется себя наказать за то, что вы вот там, ну, грубо говоря, не справляетесь с чем-то, например. Вот. Либо там также проблема с
опрокинули. Вот. То есть это... Проблематика такая. Вы себя чувствуете, ну, кто вот незащищенный, подавленный и так далее. То есть, в принципе, все здесь, ну, вполне вполне логично. Вполне нормально. Вот. Так что выбирайте себе специалиста и начинайте более подробно консультироваться, более подробно разбираться в себе, я думаю, что все решаем. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.